І на тему прибирання мафів далі будемо говорити із гостем студії, виконуючий обов'язки заступника міського голови Олександр Санжара. Добрий вечір нашому гостю. Видели, тільки що вместе ми смотрели этот матеріал. Первый вопрос. Законно или незаконно сносит? Добрый вечер. Давайте поймем. Если бы было незаконно, не сносили бы. Нет, незаконно установлены или незаконно сносят? Нет, незаконно установлены, незаконно сносят в соответствии с нормами действующего законодательства. Давайте поймем, что такое незаконно установленный ларек. Да? Так. Есть городская земля. На городской земле можно размещать какие-то объекты только с согласия города. Да? Городской власти. Ну, в данном случае городской власти, которая от имени всей территориальной общины осуществляет власть на территории города Днепропетровска. Соответственно, городская власть может выдать паспорт привязки. Это документ, который предусмотрен постановлением Кабмина, и на основании которого малая архитектурная форма или временное сооружение может находиться на городской земле. Если нет паспорта привязки, мы видели, что городская власть пыталась это решать по-другому. Она сдавала в аренду элементы благоустройства. Ну, хорошо, хотя бы такой. То есть должен быть договор. Да, какой-то договор на аренду объектов благоустройства. Да, если даже такого нет, то мы понимаем, что этот объект вообще стоит незаконно. Ну, скажем так, ничем объект, ларек от заглохшего автомобиля не отличается. Например, стоит под знаком автомобиль. Его рано или поздно эвакуируют, потому что он будет мешать движению. Или, например, поперек дороги стоит автомобиль, который надо будет убрать. Или упало дерево поперек дороги. Это точно такой же элемент, который находится на городской земле, который уберут для того, чтобы могли передвигаться автомобили, пешеходы. Если мы говорим о ларьках, ситуация точно такая же. На городской земле стоит конструкция из металла и стекла. Да? Она может квалифицироваться как металлолом и стеклом. Ну, неважно, может, она деревянная. Да, может, она деревянная. То есть материал. Стоит какая-то конструкция. На эту конструкцию лепится предупреждение. Пожалуйста, кто собственник этой конструкции, объявитесь. Вот мы видели только что в сюжете, там люди были не согласны. Да, мужчина говорил в сюжете о том, что повесить предписание на ларек, этого недостаточно, это незаконно. Ну, конечно. Это не основание для того, чтобы убрать. То есть мы видим или стоящую машину, или упавшее дерево, или какую-то металлическую конструкцию, мы на нее вешаем предписание о том, что кто собственник, пожалуйста, объявитесь. Мы даем возможность собственникам убрать это имущество с городской земли. Никто ж никого не ограничивает. Собственник за неделю не появляется. То есть за неделю были вывешены вот такие предупреждения, и там был вопрос, предупреждения были от районной власти, говорят предприниматели, а не от городской. Смотрите, районная имеет право? Разницы особой никакой нет. То есть мы говорим о том, что есть какие-то делегированные полномочия, да, то есть пытались найти собственника. Собственник не нашелся. Неделю на городской земле находится некий объект, по которому ищут собственника, на котором наклеены со всех сторон объявления «пожалуйста, появитесь, господин собственник, и обозначьте, что это ваше имущество». Он не появляется, приезжает служба городская и разбирает этот металлолом и увозит, соответственно, в место хранения металлолома. Если собственник объявится позже, для того, чтобы получить этот металлолом обратно, ну, с собственника мы взыщем деньги на вывоз, на транспортировку этого имущества. Точно так же, как это происходит с машиной, которая стоит посреди тротуара. Да? Ее увезут, а с собственника машины потом взыщут деньги за ее транспортировку. А я сейчас напомню нашим зрителям, если, возможно, возникают вопросы у вас по сегодняшней теме 370-3101, прямой телефон студии. Будем готовы послушать ваши вопросы. Я хочу продолжить. В чем же все-таки тогда спор? Почему такая волна возмущения сегодня, вот только что мы видели в материале, от предпринимателей? Почему такие недовольные высказывания в адрес городской власти? В чем конфликт? Да, мы только что видели человека, который говорил, почему сносят выборочно, сносите все. Ну, мы согласны. Ну, давайте снесем все. Да. Просто в один день все снести невозможно. Начали вот с тех, на которых расклеили, да, расклеили приблизительно на 70 конструкций. Это вот в центральной части или это где? Это в центральной части. Центральной города. Части города. Да, я думаю, потом до спальных районов доберемся, потому что, например, у меня под домом за последний месяц появилось 3 незаконных сооружения. Вот они просто растут как грибы.
И люди, которые живут в этом доме, теперь вместо того, чтобы ходить прямо, они должны как-то обходить. Ну это же вообще неправильно. То есть 1000 людей, которые живут в доме, должны потакать интересам одного предпринимателя. Это вообще неправильно. То есть этот предприниматель может расположиться в другом месте, не мешать людям. Я думаю, что все жители моего дома поддержат, если этот ларек снесут. Ну, если он, может быть, он законный, может быть, он законный, но учитывая то, что он появился сегодня ночью, вот последний, вот я шел в магазин, и я не мог идти по своему обычному маршруту, мне пришлось обходить. А если он появился сегодня ночью, значит, документы на него должны были выдаваться в ближайшее время. В последнее время никаких документов городская власть на ларьки не выдает. Они при этом появляются. Мы должны дать четкий сигнал. Любой ларек, который появился вот, после вот этих событий, он будет снесен однозначно. Нет смысла его ставить, он будет снесен однозначно. То есть все новое, что появляется, будет снесено. Все, на что жалуются горожане, будет снесено. Я думаю, что это не особо быстрый процесс, но мы просто должны дать понять всем, что незаконные ларьки нет смысла устанавливать. Потому что то ли кто-то услышал какие-то неправильные перевернутые слухи о том, что то, что уже стоит, будет стоять. Нет. То, что уже стоит, оно инвентаризируется для того, чтобы понять, что стоит правильно, что стоит неправильно. Ну, любой человек, который пытается поставить какую-то незаконную свою будку на городской земле, эта будка будет снесена. Это однозначный сигнал для всех тех, кто пытается вот в последнее время эти будки разместить. И более того, если мы найдем собственника этой будки, мы предъявим ему, ну, как минимум, иск по возмещению стоимости вывоза этого имущества. Потому что вывозить это недешево, это ж машина, это рабочие, это болгарки. Ну, то есть достаточно много работы, чтобы крепко приваренную будку к земле, к сваям, все-таки спилить и увезти. Давайте послушаем вопрос. Есть у нас зрительский звонок. Пожалуйста, добрый вечер, готовы вас послушать. Добрый вечер. Добрый. Слава Богу, что у городской власти дошли руки и духа хватило, потому что это же невозможно. У пешеходов просто отжимают вот эти киоски, тротуары. Они стоят же на тротуарах. Правильно? Правильно. Вот у нас так. На Героя Сталинграда дом 113. Вы придите, посмотрите. 113. Киоски стоят, невозможно. Там пешеходы, люди, невозможно разминуться людям, понимаете? Вот магазин там Ева, банки, шаурма стоит, это, ну это ладно, Ева там в подвальном помещении, а вот киоски стоят, это, молодцы, так держать, поддержим обеими руками, потому что киоски ночью не ставят, если они законные, правильно? Конечно, ночью не ставят законные киоски, и более того, давайте я обращусь, наверное, ко всем горожанам. Сейчас проходит некая олимпиада, да? В олимпиаде побеждают ларьки, на которых больше всего жалоб. Вот ларек-победитель сносится первым. Вот, тот, кто первый приходит к финишу по количеству жалоб, да? Тот сносится первым. Поэтому, пожалуйста, если вы видите, что что-то происходит неправильно, не стесняйтесь, пожалуйста, сфотографируйте это. Напишите на имя либо мэра, либо заместителя мэра, либо просто напишите Днепропетровский городской совет. У нас появился ларек. Вот его фотография. Он стоит посреди городской земли и посреди тротуар. И вот мы собираем эти жалобы, мы понимаем, что вот на вот эту конструкцию поступило 2 жалобы, а на вот эту конструкцию поступило 157 жалоб. Я думаю, не надо сильно долго думать, какую надо сносить. А первой. Если это не новая конструкция, а уже стоявшая, там давно стоявшая, но мешающая? Ну, еще раз. То есть, если мы видим, что на нее уже поступило достаточно много жалоб, она будет включена в, скажем так, она в первых местах на нашего соревнования. Ну все, ждите жалоб, уже вот есть еще один звонок у нас. Пожалуйста, хорошо. Добрый вечер, готовы вас послушать. Добрый. Слышите нас? Да, я вас слышу. Говорите, пожалуйста. Я прошу прощения, вот такой вот момент. Я смотрю с самого начала эту передачу вот сейчас и все понял. Но у меня вопрос, почему, когда даже днем или ночью ставят ларьки, и с самого первого дня на это никто не обращает внимания. А только лишь по истечении времени, неделю он торгует или 2, кому-то это выгодно, а потом только принимаются какие-то методы для того, чтобы запретить, разрушить или еще что-нибудь. Почему с первого дня это не предпринимается какими-то органами власти?
Так, спасибо. Ну вот во время строительства возможно Давайте я попробую ответить. Да. Городские службы, ну, некоторые работают ночью, некоторые не работают ночью. Не все возможно и видится. Да, невозможно все проконтролировать. Я думаю, что нам надо налаживать взаимодействие с полицией. Они прекрасно видят, что ночью происходит, потому что мы видели, что эти ларьки ставят именно ночью. Днем никто ларек не устанавливает. Более того, я думаю, что и... Это сигнал же прям явный, да? Ну как, ну, вот конечно, если это то есть законно, надо... почему не ставить это, не делать днем? Конечно, видят, то есть, опять-таки обращаемся к работникам полиции. Видите ночью установку ларька, ну, пожалуйста, отреагируйте, подойдите, попросите какие-то документы. Обычно документы, ну, должны иметь хотя бы какое-то подтверждение от городской власти. Угу. Но, опять-таки, если есть подтверждение... Ничего не мешает эту конструкцию установить там не под прикрытием ночи, а спокойненько там, я не знаю, сделать площадочку, сделать красивую конструкцию. Я думаю, что город будет развиваться в этом направлении. То есть будет делаться нормальная, хорошая, красивая конструкция и, скорее всего, сдаваться предпринимателям в аренду. Подождите, вы же сказали, что сейчас нет разрешений, не даются разрешения. Сейчас не даются. В течение последнего месяца. Я говорю, что в перспективе мы придем к тому, что будет единый вид ларька. Какая-то форма единая. Да, унифицированное временное сооружение. Оно будет красивое, оно будет нормальное. Возможно, город его будет покупать за свои деньги и сдавать в аренду. И это будет абсолютно нормальная практика. И мы должны уйти от практики, когда каждый берет, ну, я не знаю, любой металлический сарай или что-то отдаленно похожее на какую-то металлическую коробку, ставят посреди тротуара и начинают там торговать. И мы видим, во что превратился город. Uh-huh. За последний год это приобрело просто кошмарное уже какие-то очертания, и с этим надо что-то делать. Сами видите. Я так понимаю, что это вот частичный ответ на тот вопрос, который вот Погребову задавали, да, в сюжете, куда людям деваться. Люди лишаются бизнеса, люди лишаются заработка, вот как с дальнейшим трудоустройством. То есть, по всей видимости, да. Вот такой ответ. Я объясню. Во-первых, люди могут торговать в местах для этого отведенных. Есть рынки, которые не наполнены. На рынках спокойно можно торговать всем, чем они планируют торговать. Там же нужно платить за место. Конечно, там нужно платить за место, и это гораздо выгоднее стать посреди Карла Маркса в будке под названием «Чебурек» и продавать чебурек, чем там что-то делать на рынке. Мы понимаем. Но опять-таки будка с названием «Чебурек» посреди Карла Маркса, она, во-первых, мешает тысячам людей. Мы видели в спальных районах, когда подходы к магазинам, вот мы только что слышали, да, остановки, да. Магазины перегораживаются, привычные пути, зеленые зоны, зеленые насаждения. Это просто какой-то кошмар. Люди не могут ходить. Посреди тротуара стоит ларек. Люди должны протискиваться там справа или слева. Или мы уже видели ситуацию, когда просто негде пройти. Вот там, где возможно пройти, там просто нет тротуара. Ну, это ненормально. То есть не должно из-за интересов одного предпринимателя страдать весь дом. Я бы на месте этого дома просто бы там ничего не покупал. Ну, я так и поступаю, я бойкотирую, например, те ларьки, которые появились, я никогда в них ничего не покупал. Если все так будут делать, уже будет легче. Но, опять-таки, то есть, о чем я говорил, если появляется ларек, ну, пожалуйста, не молчите. Если видите, что что-то происходит, я вообще надеюсь на какую-то гражданскую активность. Может быть, после того, как мы обвешиваем ларьки предупреждением, люди сами будут помогать их срезать. Но, по крайней мере, когда люди на что-то жалуются, потом приезжает команда для того, чтобы срезать, выходите, помогайте, поддерживайте морально. Ну вот я сегодня, честно говоря, удивлена, потому что видела много комментариев не от владельцев и не от работающих людей в ларьках, а от горожан. И многие называли вот сегодняшнюю акцию войной с горожанами. То есть люди, с одной стороны, возмущаются тем, что ларьки есть, они приносят там неудобства, они портят город, а с другой стороны, они возмущаются тем, что городская власть, наконец, решительность эту проявила. Вот как это объяснить? Как бы вы это объяснили? Смотрите, всегда есть некий баланс интересов. Иногда ларек нужен. Вот людям далеко ходить в большой магазин, чтобы купить хлеб, и удобно, когда этот ларек стоит здесь. Никто не спорит. Поэтому я говорю, что проводятся соревнования. На кого много жалоб, те
попадают в список под снос. На кого нет жалоб, те не попадают в список под снос. Вот это ответ на то, каким образом власть избирательно реагирует на ларьки. Угу. Вот просто даже количество... стоящих в одном ряду. Такой, ну, я ну, могу я, предположить, да. Например, ларьки, вот сейчас много таких, в которых продают мясо. Ну, вопрос к санитарному состоянию есть, да, где продавцы там моют руки, как вообще поддерживается какое-то санитарное состояние там подобных магазинчиков. Ну, я думаю, это другой вопрос. Вообще, у человека всегда есть глаза, уши, он может зайти, посмотреть, видит, негде помыть руки, не покупайте там, пожалуйста, ничего. Надо еще надеяться на то, что люди просто это разумные существа. Да? Не все возможно урегулировать, не все возможно зарегулировать. Сразу да. причем. И, да. и полная регуляция всего это не очень правильно. То есть мы, ну, если там какие-то страны Востока или Индия, где там просто все страшно, кошмарно, мухи летают, но при этом никто не травится. Да? Ну, потому что ну, местная специфика. То есть зарегулировать все, чтобы все ходили в кристально белых халатах, невозможно. Человек должен сам понимать, где он покупает мясо. В магазине, где все чисто и практически стерильно, или в ларьке, где грязно. Это первое. А второе, мы же сейчас не говорим о торговле. Мы говорим о том, что на городской земле размещается какая-то страшная халабуда, в которой вот эта торговля и происходит. То есть пока вопрос в том, что на городской земле нельзя ставить подобные вещи. Да, они должны быть, ну, по крайней мере, вот, оплачены и урегулированы. Я предлагаю еще один звоночек, заканчивается наше время в эфире. Добрый вечер, готова вас послушать. Добрый вечер. Добрый, слушаем вас. Вот сейчас... Ой-ой-ой, звонок сорвался. Если будет возможность, пожалуйста, перезванивайте. Итак, давайте резюмируем, что в ближайшее время такой процесс будет продолжаться в том русле, в котором вы сказали. Будут жалобы, будут выбираться наиболее проблемные места. Если таких жалоб вам не поступает, вы действуете со своим, как-то в своем графике, да, предупреждаете, потом сносите. Да, ну, то есть выбор тех, кого будут сносить, определяется по жалобам. За последнее, то есть мы работаем в горсовете 3 месяца, да, или 2 месяца, не считал. Вот. За это время через мои руки прошло куча жалоб. Вот люди пишут, у нас появился ларек, пожалуйста, уважаемый мэр, как-то отреагируйте, как-то отреагируйте, как-то отреагируйте. Люди пишут каждый день. Вы не представляете, какое количество жалоб от людей поступает. Если взять эти жалобы и взять ну, вот сегодняшний митинг, ну, мы поймем, что жалоб все-таки гораздо больше, чем людей, которые пришли защищать ларьки. И опять-таки, никто не воюет с людьми, которые работают в этих ларьках. Мы просто воюем с неправильным использованием городской земли. Мы воюем с уничтожением облика города. Потому что город красивый. А если заставить его страшными ларьками, он становится страшным. Мне все-таки хочется проверить вашу решимость. Вот этим процессом занималась уже городская власть. Не единожды, не первый год. К сожалению, победы не было. Вы... верите в то, что она будет, ну, с вашей стороны, конечно же, что город приведут в порядок? Я не уверен в том, что вот будет победа, вот как вы говорите. Здесь надо понимать, что это длительный процесс, но этап первый. Все должны понять, что размещение новых конструкций является бессмысленным, потому что их снесут. Это как минимум решит проблему появления незаконных конструкций, которые растут как грибы. Да, уже даже вот первый этап, если мы достигаем каких-то успехов, это уже большое дело. А дальше мы будем идти продолжать это дело и наводить порядок в городе. Я надеюсь... получится. Все будет. Спасибо вам. Вы, по крайней мере, вот что-то прояснили, понятную позицию вашу подтвердили. Спасибо за участие. Я еще раз дякую нашему гостю. Олександр Санжаров, виконуючий обов'язки заступника міського голови, был у нас у студии.